Ну что ж, ребятки, я вас всех приветствую. Сегодня будет как бы необычный видос. Я буду следить за игроками. Посмотрим, чем они занимаются ночью. Тем более, давно не было таких видео. Тем более, сегодня с Эбочкой. Поэтому, я думаю, лайкосик можно как бы поставить. Ну и, конечно же, ребятки, не забывайте, пожалуйста, про мой промокод. За него получите 300 тысяч рублей. Его можно вводить на любом серваке до 5 уровня. Поэтому не ленитесь, вводите. Буду реально очень благодарен. Ну а играю я, пацаны, на проекте Amazing Replay на втором сервачке, поэтому все ссылочки есть в описании. Заходите, качайте игру и начинайте играть вместе со мной. Ну что, ребятки, получается, давайте следить. Я думаю, то, что как бы людей хватает, то есть 2 часа ночи, но онлайн 178 человек. Как бы выходные, X2 день, подарочки, поэтому все красиво. Просто брать и как бы переключаться между игроками, то есть это доступно только на админке, к сожалению. Поэтому, ладно, будем тогда вручную просто писать, как бы каждый айдишник. Здесь у нас пацанчик, получается, фермер. Нихера себе, мы даже видим, какая у него стадия идет. Ну, как всегда, на ферме людей до хрена просто, реально. Ага, тут у нас ребятки, короче, катаются, короче, ребятки у нас. Я хочу именно найти, знаете, какие-то пиздатые такие моменты. Может, там кто-то, ебать, пих-пах, ебать, стреляется. Может, кто-то, блядь, там, не знаю, еще что-то делает. Короче, надо искать интересные моменты и вам это показывать. Так, тут у нас, короче, военный, да, бежит. На них, короче, нападают, видимо. Они отбиваются. Давайте, мужики, отбивайте бойскую часть. Сейчас, короче, сделали такую тему, то что теперь можно круглосуточно ходить и грабить, получается. Как бы пацанчики ночью собираются, чисто залетают толпой и, в принципе, всех гасят. Они поэтому, видите, перекрыли как бы вход, чтобы никто не заходил. Так, здесь у нас, короче, какой-то движ тоже происходит. Пацанчика просто избивают. Да за что, пацаны? Ну за что? Пацан просто стоит, никого не трогает. Да что вы его буцаете? Ну, пацаны, ну некрасиво, нереально. Ну что вы такие, ну злые? Пацан просто стоит, как бы отдал честь. И его в итоге отпинали просто. Нихера себе, пацанчика там аксессуар такой. Но выглядит это, пацаны, конечно, да. Ну, вы сами понимаете, на что это похоже. Блин, ребята, на самом деле, я вот уже пролистал, наверное, половину игроков. Ну, просто нечего показывать, на самом деле, потому что все просто работают. Кто-то на рыбалке, кто-то на дальне, кто-то на ферме, кто-то на автобусе. То есть, в основном, 80% игроков, которые сейчас в игре, они просто работают. Вот это я, пацаны, реально уважаю. То есть, пацанчик на гелике приехал с аудиосистемой такой блатной и раздает бабки. Раздает бабки работягам. То есть, реально, бля, красавчик. Респект пацану, то есть, реально молодец. Молодец. То есть люблю таких людей, которые, знаете, у них как бы все заебись, у них там машины, бабки, ебать. Просто так чел ночью приехал и раздает капусту чисто работягам. Ну реально красавчик. Поэтому Владосик, ебать, если ты смотришь, хотя может быть и нет, тебе реально респект. То есть реально, ну, молодец. Молодец. Еще номера украинские, скорее всего, с Украины, поэтому друже, ты дуже хороший хлопец, так сказать. Реально молодец, то что помогаешь как бы новичкам. Опа, намечается какой-то движ. Что, мы кого-то вязать приехали, эти что? Как бы офф от ареста, потом вас ебать на куканчик. И все. Да, все, надо было думать раньше. Опа, нихера себе, вот это пацаны залетели. А шо за движ? А шо за движ, нихера себе? А шо, так можно было? Че шо? А ну куда ты попиздил, ебать? С дробашиком такой чисто, блядь. Побежал, ёбла, походу, кому-то ломать. Или он побежал чисто погреться. Я думал, что, знаете, гасить будет там кого-то. Пацан видно такой серьезный. Серьезный видно, сразу, блядь. По скину прям, ну пиздец, пацаны. Лучше с ним не связываться, ну нахуй. Вот все тоже, смотри, какой опасный штрих. Ты шо, блядь, дядя, ну, пистолетом стоит в магазине, ты шо? Вот это опасный, блядь, блядь, ну нахер, пацаны, прикиньте, вот так вот. Вроде с виду обычный пацанчик, у него волны на собой всегда, пацаны. Я, ну, блядь, меня вот эти скины вообще прикалывают. Особенно зимние, летние, они как-то, знаете, по дефолту особо не отличаются. Вот эти зимние, бля, это вообще пиздец просто. Там, ну, не, ну прикольно, прикольно, чё. Чисто ремочку заюзал и полетел на заправочку сейчас. Опача, ебать, тоже пацаночки, походу, сейчас залетают будут на движ. Так кого-то будут паковать, ребятки, походу, да? Под энергетиком, ты шо, ебашь, дядя, ты шо, угомони свои таланты. Я думал, сейчас, ебать, тых, пошел, ебать, с дробашика. Короче, там Андрюха, он сидит, Андрюшка, ебать, у нас, его, блядь. На куканчик сразу оформили, короче, и сейчас будет, ебать, там, чисто на нарах, ебать, та-та-та-ра-та-та, ебать. Ты смотри на него, пацаны, незаконное проникновение на территорию воинской части.
Чисто зашкерился, смотри, на вышке. Ты что, дядя? Чисто в одиночечку залетел такой аккуратненько. Не знаю зачем, конечно, потому что у него вроде даже оружия нету. Он просто вышел с игры. Он побегал и вышел с игры. Пиздец. Было, конечно, очень интересно, увлекательно, пацаны. Ладно, короче, идем дальше. Ебать, чел едет, пиздец. Вообще ебашит бачком, нахуй. Да, бля, чек возит. Вообще ему поебать, походу, да? Пазыки, походу, гоняются чисто на мерседесах, либо черный мерседес. Не, походу, это все-таки, типа, чьи друзья, чьи знакомые. Чьи хрен его знает, короче. Нормально такие движут, пацаны, на мерседесах. Тот, ебать, на Ешке, этот на Цешке. Не, ну, молодцы, красавчики. Не, ну, в любом случае, BMW, конечно, лучше, пацаны. Ну, надо не забывать. Надо совесть иметь, все-таки, BMW лучше. Но мерседесы есть тоже хорошие. О, обратно наши друзья, ебать, едут. А ну, кого мы будем крепить? Они просто другой из машин выкидывают. А, нихера себе. Не, ну нормально, чё. Пиздил тачку, уехал, бросил напарника. Молодец, давай, молодец. Веди, братанчик, давай. А нахуй им вообще тогда, блядь, садиться в машину? Можно так вот передвигаться чисто, ну. Хули меня выкинуло? Я хочу посмотреть, как далеко это зайдет. Тогда прибав газу, ебать, ты что? Давай, газуй. Вот такое вот развлечение. Сначала он его, потом наоборот. Ладно, не будем, короче, мешать, как бы. Я думаю, это надолго. Нормальный тут движ, короче, у них тут. Я понимаю, девятка псина стоит. ФСБ, короче, там полиция и так далее. Стоит просто, танцует, тачечка на страбах моргает, все красиво. Я немножко спалился в чате. Там написал то, что я плохо пахну, потому что я маску не одел. Ну, думаю, они на это внимание особо не обратили. Короче, пацаны просто стоят, охраняют вход. Хотя можно, по идее, на парашютах залететь. Ну, зато увидите, чем занимается девятка в Сина, как бы, в 3 часа ночи. Я вот реально смотрел, уже много людей. По второму кругу, по третьему. Ну, просто люди работают в основном, и все. Работают, катаются там, и все. То есть, там, какого-то ДМа, каких-то там разборок нету. То есть, в принципе, все адекватно, все нормально. Я просто ожидал увидеть именно, знаете, какой-то пиздец, там, пизделки, разборки, там, туда-сюда жила-была, но такого, в принципе, нету. Ну что, ребятки, больше ничего интересного не увидел и поехал просто дрифтить на М5. Я вам предлагаю на это посмотреть. Yeah.
Ну что ж, ребятки, вот такое вот получилось видео, надеюсь, оно вам понравилось. Да, возможно, не было каких-то, знаете, пиздатых ситуаций, то есть просто люди занимаются разными делами, кто-то катается, кто-то работает. Если вам подобное видео зайдет, возможно, попробую еще раз, там, не знаю, записать, допустим, за неделю то, что происходит ночью, чем там занимаются люди и так далее. То есть все зависит только от вашей активности, то есть понравится, буду еще и снимать. Не понравится, больше не буду снимать. Все ссылочки есть в описании, поэтому заходите, смотрите и начинаете играть вместе со мной. Ну и конечно же, не забывайте вводить по промокод, за него получите 300 тысяч рублей. Скоро выйдет ивентик, ребятки, скоро Новый год, всех с наступающим. В следующем ролике я уже буду дарить автомобили, поэтому ждите, я думаю, видосик будет довольно-таки интересный. Всех обнял, приподнял, всем пока-пока.